Для многих дачников посынкование – это целая проблема. От него страдают и начинающие дачники, и опытные, у которых нередко встречаются проблемы со спиной. Из-за этого люди предпочитают высаживать сорта, не требующие подвязки и посынкования. Детская сладость. Куст этого томата очень компактный, примерно 50 см. Сорт супер ранний, и уборка урожая осуществляется уже через полгода после появления первых всходов. Плоды созревают на кисти, и на каждой вырастает по 5-6 штук, не меньше. Они маленькие по размеру, их вес составляет около 70 граммов. Они обладают красным цветом и сливовидной формой. Их кожа очень прочная и гладкая, из-за чего томаты не растрескиваются в ходе выращивания. Мякоть плодов очень сочная, сахаристая и мясистая. На вкус они очень сладкие и часто встречаются в детском питании и в консервировании. С одного куста можно собрать не меньше 5 килограммов плодов при благоприятных условиях. Еще один сорт, не требующий посынкования, это боец. Кусты низкорослые, компактные, не более 40 сантиметров. По сроку созревания боец раннеспелый, обладает красным окрасом и овальной формой. Томаты среднего размера, вес около 150 граммов. Кожица у этого плода очень прочная и гладкая, и даже при дефиците влаги плоды не будут растрескиваться. Вкус классический с легкой кислинкой. Вкупе с отличным иммунитетом к болезням и устойчивостью к перепадам температуры, 3 килограмма с куста вы точно получите.